Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Привет, мои хорошие! С наступающим вас Новым годом! Вот такая Светлана никакая. И все это вина. В чем вина? То, что я с 8 часов работаю в моем бизнесе красивом, да, с 8 утра до 4. Вот мы сейчас пошли полтора часа, сделали опять покупки. У нас эти покупки не заканчиваются. Сейчас только сегодня мы, наверное, 600 лир потратили. 600 лир. И сейчас Ашкем еще пошел. А у меня силы нет. Сейчас покажу вам, что мы притащили. Хочется в этом году сделать, не обделить никого без внимания. Вчера ходили к Козлему. Венцо купила из граната. Ну, надо, чтобы оно как пшикнуло. По-моему, это шампанское, друзья мои, говорили шампанское. Надо же как-то когда-то расслабиться, правильно же? Ну, а Ашкем взял себе вот пивка. А я... Узлему вчера, как я и обещала, отнесла очень много. Ну, у меня эта коробка с корзина, что я хотела купить, 120 стоила, и мне обошлось 250 вчера. Поход к Узлему. Даже больше 300. Еще мы рыбу притащили, и кальмары там, и все. Вы видите? Видите, хозяюшка, я что приготовила? Первый раз делаю, не знаю, как получится. Так, приступаю, сейчас покажу вам, что мы еще купили. Эндер принес яйца. На базаре мы, помните, не видели красивых яблок. И вот пошли, и такие огромные взяли. Они по 7, кажется, вот эти, а вот эти по 8 лир. Взяли чуть-чуть огурцов. Вот глаз голодный у меня. Покажу вам заодно мои грибочки. Я их почистила, как вы мне научили. Внутрь я их посолила, поперчила красным, черным перцем. Добавила кусочек маленький маслечка. Соль, кстати, я не добавила. Ну, в принципе, правильно я сделала, что я соль не добавила, а то бы они у меня потекли бы, правильно? Купили мы, вот захотели чек-кофты, захотели с Ашкемом. Все мы хотим, все, что видим, мы хотим. Так, я решила... Не покупать вот эти разные соки, шмоки соседским детям. Правильно? Вот такие бокалы взяли красивые. Вот такие бокальчики взяли красивые. Ну, Ашкем захотел и взял. И купил. Смотрите, я решила... Собрать детям с корзину сама, без этой газировки. А сейчас я сделаю такую сумочку. Посмотрите, вот такие печеньки я закупила. Этот сыр, буду бутерброды делать. Так, я купила вот такие вот разные. Что это, кстати? А, это печенье. Вот такие же. Разные. Вот еще, посмотрите. Вот еще для детей. Вот еще. Купили. Мару купили. Так, еще что купили? И вот это не хватит разве, смотрите. И еще купили бананы для них. Вот, тут 1,5 кило банан, и я отнесу им всем. По-моему, очень хороший подарок будет, не так ли? Мы, Эндер вчера купил очень красивое мясо, килограмм, заплатил 80 лир килограмм. Видите, 130, сколько стоит мясо? 130,90, вот это вот перзола, да? Их отбили, мы взяли вот на сумму... 90. А это мы купили, это на 60 лир. Килограмм взяли. Я не понимаю вообще, вроде бы косточек нету, да? Ну и мяса там много нет. Я сказала, мяса, да, эти нету, говорят, мясные. Смотрите, вот это еще сыр купила, Ашкем, туалетную бумагу, все покупает. Вот, мои, хоть 7 сейчас я это. Я приготовила грибной салат. Тут грибы, куриное филе, осталось мне яйца.
Я уже приготовила оливьешку, только остались огурчики порезать. Здесь у нас копченая, я купила 50 лир, заплатила, копченая курица. Ну, пахнет обалденно. Я уже приготовила такое мясо шикарное, купила вчерашки. Я вытащила 4 кусочка. Оно у меня маринуется уже. Только что нам принесли соду. Ну вот, такие вот покупки мы сделали. Мы сегодня занялись уборкой. Постель меняю, все попылесосила, полы перемыла везде. В общем, вот такие вот у нас покупки. Будем готовиться к Новому году и до встречи в эфире. Телефон у меня разрывается. Звонят, звонят, не успеваю отвечать, не могу вам с ней заодно и разговариваю. Сейчас я решила, знаете, что сделать? Приготовить ачму заранее, чтобы не возиться с этим тестом, а все в духовке. Для этого что нужно делать? Вот так вот взяла я, да? Маслечком растительным смажу чуть-чуть. Маслечком смажу. Дальше что делаю? Вот так небрежно положу нижний слой гармошкой. И смажу, вот я сделала отдельно, приготовила. Туда я смешала майонез, йогурт и яйцо одно. Вот так небрежненько. Заранее я приготовила сыр, натерла. Тут у меня, знаете, какой сыр? Двух видов. Сначала мы сюда положим вторую часть. Вторую часть. И сверху еще раз смажем. Так, и сейчас я побольше сыра на Новый год же делать от души. Тут и кошар, который плавится. И сливочное масло, конечно, добавим. Вот вроде бы ничего такого не делают. Два человека. А сколько надо возиться? Ой. Мама что-то сейчас звонила, отравилась. Представляете, говорит, тошнит, так плохо вы мне советовала, что ей выпить. Прямо я так переживаю, аж настроение испортилось. Мамочки мои, дай бог здоровья. Что же она такое поела у меня, я не знаю. Сейчас детки придут, детки. Как она будет смотреть их? Молодые идут на ночь гулять, а она останется с детьми. Так, вот я много положила сыра, маслица. Вот так вот положу. Потом и бутерброды же надо делать с этой с рыбой. Вот так вот. И беру второй. И также небрежно. Именно небрежно надо, чтобы было потолще, потолще. Угу. Я люблю высокие. Такая паника перед Новым годом, что что-то не хватит еды, не успеешь, как будто столько гостей придут. Сверху закрываем, смазываем, и все готово. Смажу хорошенько. Уже здесь красиво, что было. Хачапури я не буду делать. Ну, сколько можно, правда же? И бутерброды будет, и это. Хачапури каждый день и так кушают. Еще что тесто коричневое вот цвета, темное. Что-то душа. Потом пиццу можно сделать, чтобы не видеть. И все, мои хорошие. Вот это я закончила. Обильно смазала. Сейчас порежу на кусочки. Раз, два, три, четыре. 8 кусочков.
заранее нужно вот так, перед тем, как оставить духовку, нужно разрезать на кусочки. Бардак длинный. Видите? Вот такая вышла. А вот и мое мяско. Тут антрикот. Здесь вот такое, а здесь вот с косточкой. Ну, нам достаточно со шкивом, мне кажется, даже очень много. Я испекла вот бюрек сейчас, вот это в самом конце уже буду, когда мы сядем. И потом сделаю, а здесь я испекла и завернула бюрек. Сейчас покажу вам. Накрыли мы стол со шкивом. Вот это наше. Сладкий стол. А шкивом хорошее настроение, шкивом. А вот наши закусочки. Курица копченая, салат один, оливье попозже. Вот такая тарелка. Салат не делала, огурцы, помидоры. Мы же вдвоем, не знаю, мы много столько не скушаем. Вот сейчас думаю, жарить мне картошку или нет. Может, только чуть-чуть и варить. И мы же подарили соседке подарок, и она мне принесла, что гёстерашки мне ворота. Гёстер. А ну пока посмотрим, что она. О, моей мамочке отправлю. А может и сама. Очень приятно. Спасибо. Скоро Новый год, мои хорошие. С Новым годом, друзья мои. Желаю вам в этом году исполнения желаний, счастья, мира, любви, чтобы были здоровы, корона не было, корона йог, дурсуна, корона дырмашки, чтобы мы могли общаться со своими близкими, друзьями, когда хотим, в любой момент. Мы вас очень любим и ценим. Сизе савиорус бис. Желаем вам еще раз прекрасного настроения, много-много денег и всего-всего хорошего исполнения ваших желаний. А сейчас мы будем праздновать со Шкимом. А вот и я, друзья мои, как я вам? Всех вас люблю и целую. Будьте счастливы, здоровы и любимы. Работы, Ашким уже поела, я все сижу, пьем сок, потом будем пить шампанское по чуть-чуть, не знаю, какое шампанское, написано гранатовое, ну, главное, чтобы пыхнуло, оно не так уж нам и нужно. Вот сидим с Ашкимом, кушаем, а я все разговариваю, все поздравляю. Так все вкусно. Ну что, все закончила, будем гулять. С Новым годом уже. Сады. С Новым годом, Ашки! С Новым годом, Ашки! Непонятно, что это вино непонятно, мне не понравилось. Ну все, пошли мы смотреть, что там на улице, стреляет или нет. Как у нас скучно. Я представляю сейчас, что в Батуми творится. А у нас как скучно. Может, на той стороне будет. Где-то, где-то далеко. Ашким хады бутарафта. Йог пиши, салютом йог. С Новым годом, друзья мои, с Новым годом. Тишина. Только мое белье висит. С Новым годом. Машку, с Новым годом. Хававар. А? Собаку увидел.
этого. Вот так мы с Сашкой вам веселимся. Вот и Новый год, час прошел, и мы уже готовые, уставшие, меня уже ко сну клонит. Ашкам, ананас из термоса? И нету никакого места уже нету, ни на что. Ой, вот что нам надо. Людям под 50 лет. Тем, кому 50. Мало надо чего для счастья, не так ли? Когда говорят театры и этот, нам не нужно театры, нам нужно чуть-чуть отвлечься от чего-то. Нам этого достаточно подпитки. И сон идет уже. Только прошло час, 15 минут после Нового года, а у Светланы уже уйку гельды. Но надо посидеть сейчас с Ашкевым. И не знаю даже, что там делать с моим столом. Надо переодеться. И будем с Ашкевым продолжать отдыхать, наслаждаться жизнью. Ну, а вам спокойной ночи, сладких снов, с Новым годом. Еще раз. Всего вам хорошего. Спасибо, что вы были с нами.